Привет, друзья! Сегодня мы с вами очень быстро и просто приготовим салат «Цезарь» из копченой куриной грудки в яичной заправке. Нарезаю белый хлеб. На сухой сковороде обжариваю сухарики. Выкладываю листовой салат. Можно использовать пекинскую капусту. Нарезаю куриную грудку. Выкладываю на лист салата курицу, сыр, курицу, сыр и оливковое масло. Делаю заправку. Яйца отварила всмятку 2 минуты. Измельчаю погружным блендером. Добавляю немного соли. Заправку можно уже использовать без добавления масла. А если добавить немного оливкового масла и продолжить взбивать, то заправка получится более пышная и гладкая. Второй способ яичной заправки. Яйца я отвариваю 4 минуты. Добавляю немного оливкового масла и смельчаю все хорошо погружным блендером. Заправка в этом случае получается погуще, пышная и гладкая. Добавляю на салат заправку, сыр и сухарики. Салат можно спрыснуть лимонным соком, украсить помидорами, оливками. Наш салат «Цезарь» готов. Всем приятного аппетита! Друзья, я желаю всем всего самого доброго, самого вкусного, удачного приготовления и до новых встреч! Всем пока-пока!